Что может объединить жителей разных государств, кроме совместных проектов? Конечно, музыка. В рамках фестиваля «Дни северных стран» в Выборге состоялся концерт классической музыки. Произведения известных композиторов исполнила заслуженная артистка России Галина Сидоренко под аккомпанемент знаменитого пианиста Станислава Соловьева. Организаторы фестиваля уверены, музыка – это тот вид искусства, который понятен всем без слов. Мы знаем, что в России высоко ценит и любит качественную классическую музыку. Поэтому для музыкальной программы фестиваля мы выбрали лучшие образцы северной классики. Песенные произведения Хьюго Альвена, Эдварда Грига, Йона Сибелиуса, Карла Нильсена и других композиторов. В программе прозвучали также любимые рождественские песни жителей северных стран, чтобы создать у гостей предпраздничное настроение.